Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, забираем свои ежедневные награды. Так, Лига Мастеров. 3 звезды, 2 звезды. Так, быстренько пойдем посмотрим по заданиям. Так, бесплатно открываем с тобой пак. Выпадает нам... Кто это? А, Макман. Тьфу ты, я уж чуть было не назвал его мутагеноидом. Здесь забрали. Пройти серию испытаний. Быстренько сейчас пробежимся. Буквально минуточку одну. Кстати, почему у Леонардо так мало здоровья? Скажи-ка мне на милость. Кто его успел побить? Неизвестно мне, по крайней мере. Так, грипп, отвали. Я не понял, как это... Вшивая крыса какая-то меня атакует первая. Что за дела, ребят? Так, минус Кирби. Грипп минус о нем. Ага. С помощью второй атаки, естественно. И крысу эту шваркни... А, не шваркнули. Лео добивает. Кстати, надо было нам лучше не бить, а хильнуться. Так, муха паршивая. Давай, наверное, вот так вот сделаем с тобой. 2 атаки маловато было. Ну что, Усаги, твоя вертушка на выход готова, я надеюсь. Ты дичь. Блин, постепенно урона не повесили. Ладно, придется добить таким вот образом. Раз. И 2. Надеюсь, этот отдуплится. Не хочет, ладно, добьем тогда. Все, ребят, серию испытаний прошли очень быстро. Как я говорил, тут занимает меньше минуты. Так, и мы двигаемся с тобой дальше. А дальше у нас что? Поединки, да? Ну, на поединках мы с тобой ищем. Так, я не буду сейчас ничего делать. На поединках мы с тобой качаем нашего Донателло. Донателло Космос, куда ты делся? Ты же раньше здесь где-то сбоку был у нас. Я не понял, ты уровень получил или что? Почему ты поменял куда-то позицию свою? Эй! Вот он. Кто-то тебя сместил, да? Рокстеди, видимо. Ну что, давай смотреть. Для прокачки на 3-ю ступень нам понадобится всего лишь 12 номеров. Так, где у нас шансов больше? Я даже не знаю. Давай попробуем здесь. Раз... 12, да? 2. Так, только 2. Да чтоб тебе. 3. 4. Долго придется, да? Так, 5. 6. 7. 8. 9. Так, 9. Ну, давай, 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 давай. Да что ты вот пошло? 10. Так, нам сколько нужно было? 11 или 12? Чуть я уже запамятовал, ребят. Так, еще один мы находим. Все. И прокачиваем до 3-й ступени. А на 4-ю что нужно? В принципе, так, 13 кружек и 6 биноклей. Ну, как ты понимаешь, это будем уже в следующей серии с тобой искать. Так, тут награды. Поднять уровень персонажа. Замечательно. Кстати, подожди-ка, а уровень персонажа, может быть, нам как раз Донателло и прокачать именно по уровню, а? Давай так и сделаем. 58 уровень, шикарно. Все. Забираем здесь остатки и бежим с тобой на арену. Смотрим, ребята, где мы находимся. Так, в данный момент Лига Мастеров ранг 99, буквально еще немножко и нас бы скинули. Здесь, ух ты, 72 уровни, а что так дофига-то? Тихо, тихо, тихо. Давай-ка без вот этих вот, да не то взяли мы. Погоди секунду, кого бы... Давай, наверное, Ванюшу возьмем. Слушай, а Ванька у нас по инициативе-то, тихо, тихо. Вырулит, а? Не посрамит, надеюсь. А то я что-то сомневаюсь. Как, давай возьмем вот так вот Тимати. Зачем-то шинигами я взял, непонятно для чего. Если Ванька сейчас по инициативе сдохнет, ребят, все это будет фиаско. Шреддер, не подведи, родной. Твою дивизию, блин, вот. Хотя нет, нормально, нормально. Ну-ка. Четенько. Ну что, Ванек, спасибо большое, не подвел меня, блин. Этот крыс... со своей контратакой раздражает. Так, Лига Мастеров. Нам нужно с тобой добраться до Лиги Мастеров 3 звезды. Может быть, даже сегодня взять топчик. Может быть. Я надеюсь, у нас получится. 26 откатов есть.
принципе, я не вижу никаких, ребята. Как тебе объяснить-то? Причин сегодня не попасть нам в топчик. Я не вижу. Все должно быть идеально. Так, ну что, естественно, Шредер плюс Леонардо. Леонардо, да, ты успеваешь, отлично. Соответственно, мы с тобой дальше продвигаемся. Так, ну а по событиям сегодня будем проходить девичью силу. Да, да, ребята, девичью силу. Ну как проходить? Наслаждаться избиванием. Я бы так это назвал, потому что мы проходим его с закрытыми глазами и только лишь ради того, чтобы получить две карточки. Я думаю, не надо никому объяснять, что за карточки мне нужны, на каких персонажей. Ну не карточки, ДНК, скажем так. Так будет даже правильнее. Так, ну а пока мы с тобой отыгрываем, естественно, наших слабеньких персонажей за счет двух топовых. Это, как говорится, наши уже устоявшиеся. Мы ничего здесь менять не будем, ни какие-то эксперименты проводить тоже не собираемся. Просто ни к чему. Так, постепенный урон почти на всех, кроме Донателло. Можно шипы? Да, давай сделаем шипы. Не будем здесь выпендриваться. Сразу будем уничтожать. У Саги все-таки инициатива больше, да, чем у Шредера. Ну ладно. Давай смотреть. 67-я позиция была, становится какая там? 51-я. 80 монет, 24 отката, $363 у нас с тобой. Дадут они мне 17-24? Я просто хочу, я жажду. Ну, 17-24 это уже последняя топовая награда. То есть выше, по-моему, здесь уже ничего быть не может. А раз они мне дали, значит, все-таки они во мне уверены, что я здесь смогу победить. А я ведь смогу. Я вообще никаких проблем в этом не вижу. Ну что, Зэк, давай. А, Майки, ну конечно же. У Майки инициатива зашкаливает. Даже Зэк, извините меня, пасует перед ним. После этого ходит Зэк, а уже потом только Супер Шредер. Так, вау. Слушай, ну он крут. Даже никому, ребята, не успели передать ход. Всех разбомбили. Буквально за считанные секунды. Это хорошо. Так правильно, потому что Зэк, он бросает бомбочку, она замедляет время, ребята. Она понижает им инициативу. Конечно, не так топово, как хотелось бы, но понижает. Так, Армагоша плюс Супер Шредер. И у нас следующий раз, два, три. Так, прокачаем с тобой в ближайшее время Донат... А, погоди-ка, мы же... Блин, а как же нам с нейтрализатором-то? Мы его прокачали до 70 уровня. Ну, если уже начали качать, может быть, его до соточки догонять? Ребят, пишите в комментариях, будем нейтрализатора до соточки качать или все-таки будем сейчас подтягивать Донателло Космос? Мне вот интересно ваше мнение. Куда будем с тобой вкладывать? Или как раньше прокачивать слабеньких? Так, ну что у нас? 18-я позиция. Совсем чуть-чуть. Может быть, поединок другой. И мы уже будем в Лиге Мастеров. Ну, естественно, 3 звездочки. Откатиков у нас хватит. За глаза и за уши, я тебе скажу. 20 откатов. Даже если взять по десятке. Ну, я имею в виду разделить на 2, получается 10 откатов. То есть это 10 боев. Блин, 10 боев, ребята, боюсь, не хватит нам. Мы только в Лигу Мастеров 3 звезды попадем, да? И там еще нужно будет бомбить. Это как минимум 10 поединков. Это если 10 ступенек будет у нас выдавать за победу. Да, немножко я просчитался. Ну-ка посмотрим. Вот, смотри, вот сейчас начинается отсчет. Ровно соточка, прикинь, как специально сделали. Вот, и сейчас мы посмотрим, хватит ли нам 20 откатов, чтобы попасть в топ. Мне даже вот самому интересно. Так, начнем. Можно, конечно, немножко схитрить, но мне кажется, это будет чревато почему-то. То есть, если мы с тобой, например, возьмем Супер Шредера, а к нему присобачим там, например, Змейка Вьюна, кто у нас там, Железноголовый, да, вот именно их. Но они по инициативе сразу проиграют, и надежда на Супер Шредера, ну как бы она есть. Но только в том случае, если он на всех вот так же повесит постепенный урон. Тогда да. Но если он сфейлится, то того же Змейка Вьюна и Железноголового их порвут. Потому что инициатива, ребята. Они уступят, они дадут ход противнику.
Ну вот, смотри, 79-я позиция. Грубо говоря, мы с тобой взяли сколько там? 21 ступеньку. Это, кстати, хорошо, между прочим, очень хорошо. Так, ну что, давай посмотрим теперь, что у нас получится здесь. Блин, давай рискнем. Вот так вот, а? Прям вот руки чешутся проверить, сможет ли вот такая вот команда у нас противостоять 79 уровням. Поверь мне, они прокачаны лучше, чем я. По крайней мере, по скиллам так это точно, по навыкам. Так, смотри, один упал. В принципе, все нежильцы, вот только может выиграть, точнее, выжить Леонардо. Но мы его сейчас чпокнем. Так. А, слушай, у Донателло вообще не было постепенки, прикинь. Все. И Донни. Против Донни, отлично, ребята. Смотри, мы с тобой уже сэкономили один откат. То есть плюс в копилочку. Давай смотреть дальше. Так, мы перебираем с тобой на 63 место. Так, ищем что-нибудь попроще бы нам, да, такой полегче. Ну вот, в принципе, вот думаю, вот эту команду, наверное, взять против нас. Возьмем с тобой опять супер шредера. И тут у нас есть железноголовый. Блин, вот об этом я и говорил, ребят. Вот, не знаю. Очень опасно. Очень-очень опасно здесь брать. Ну, давай вот так вот. А смысл тогда? Твою налево. Ну, смысл. Если я Армагона возьму. Блин, Сплинтер. Сплинтер не поможет мне. Короче, ребят, я рискую. И очень большие надежды возлагаю на нашего Супер Шреддера. Огромные просто надежды возлагаю, ребят. Даже не представляете, какие. И сейчас все решит. Он, грубо говоря, решит судьбу нашей команды. По-моему, решил. Ребята, он решил. Твою налево. Ну ты посмотри. Ай-яй-яй-яй-яй. Все, нейтрализатор у крышки, ребят. Сейчас массовая атака. А, отхил сделает. Все, ну тут фейл, ребята. Да. К сожалению, у них очень огромная инициатива. Ну, я, если честно, ребят, предполагал. Я говорил заранее, что если Супер Шреддер сейчас обосрется, то он обосрется. Обосрется и вся команда. Он так и поступил, ребят. Он повесил постепенно урон, но он минимальный дамаг нанес изначально. Поэтому, как говорится, вот и получаем за это все расплату. Ну, если я даже сделаю, ребят, провокацию. Ай-яй-яй-яй-яй, провокация, у них же иммунка висит. Но если я даже поставлю отхил. Даже если мы с тобой сделаем баф, не знаю, как это нам поможет. Теперь пробуем массовые атаки. Ага. Так, железноголовый, надеюсь, ты выстоишь. Так, его оглушили. Да, Леонардо, как всегда, ребят, со своим вшивым ударом, проникающим, естественно, он очень мощный. И этот добивает кого-то. Нет, не добил, но он мог бы. Чего нам тут остается? Я просто не знаю. Вот тут еще и броня висит, прикинь. Там еще висит и броня. То есть я его в любом случае не смог сразу бы уничтожить. Так что давай сделаем. Фигня какая-то. Ну а так. Упал. Ну, Лео. Ладно, это был чистый эксперимент, ребята. Причем осознанный. Я знал, что я рискую очень сильно. Но, видишь, мои, как говорится, догадки подтвердились. Что если бы я взял бы Армагона, все было бы совсем по-другому, ребят. Абсолютно. Ну, как говорится, здесь уже можно повыпендриваться, поэкспериментировать, потому что Лига Мастеров 3 звезды, 57-я позиция. Откатов у нас, надеюсь, хватит. Должно хватить. Единственное, что да, теперь придется, конечно, брать вот наших топовых бойцов. Ну, а с ними уже, конечно же, любого. И мы пройдем. Блин, да, конечно. Ну, обидно, все равно осадочек есть. Хоть и... Как тебе сказать? Хоть я и знал, что мы проиграем, но догадывался. Тут, опять же, еще раз повторяю, ребята. Супер Шреддер. Если бы он нанес офигенный дамаг, ну, там оставил бы им чуть-чуть, да, здоровья. И плюс у них бы висело постепенно. То есть я к тому, что говорю, как только ход врага начинается, они погибали бы именно от постепенного урона. То тогда бы, да, разрулили бы команду бы вражескую с помощью наших слабых персонажей. Но так как он не добил, да еще и потеряли инициативу, ну ты видишь прекрасно, они взялись за нейтрализатора,
И, в принципе, за две плюшки его снесли. Вот и все. У него не было даже шансов там как-то сопротивляться. Если бы у нас была бы возможность провокацию поставить бы какую-нибудь, например, у Супер Шредера была бы провокация, какая-нибудь пассивная, да. То есть он делает свой основной ход, и плюс у него бац, и провокация висит. Или хотя бы уклонение, но на всю команду. Тогда, может быть, да. Как вот Карайка, у него же есть пассивка. Уклонение на всю команду. Но такого, к сожалению, у нас не было. Поэтому мы там звездюлей получили. И плюс я еще, ребята, сделал бы огромную ошибку. Взял команду вражескую там, где есть хил. А хил там был именно Донателло, который восстановил потом все здоровье практически. И мне пришлось, блин, не то что добивать, а заново их бомбить. Понимаешь, тот удар, который сделал Супер Шредер, он просто улетел в трубу, потому что Донателло ролевой захилял всю команду. Вот эти нюансы, кстати, тоже нужно, ребята, учитывать, если вы хотите что-то там поэкспериментировать. Ну что, 20-я позиция, в принципе, тут уже всем все ясно, что победа будет за нами. Тут у нас еще с тобой на 5 поединков. Ух, четенько, все идет великолепно. Раз, два, три. Погнали. Я думаю, что поединка 2, и мы с тобой будем в топчике. Поехали. Ну вот смотри, вот в принципе, вот если бы он вот так вот оставил бы, смотри, здоровье вообще микроны. Правда, Макман здесь выжил, ну фиг с ним. Макмана можно было бы как-нибудь попытаться там. Хотя он, если брать, у него очень мощный удар, да? Он с разбега, если побежит, там мало ли что спасет тебя. А если ураганчик запустит, то вообще пиши пропало. Ну что, третья позиция, ребята, последний поединок. И топовое, как говорится, место наше. Топовое место наше. Сегодня что у нас, среда получается, да? Сегодня получается среда. Офигеть. Мы с тобой в среду уже в топе. Как-то странно немножко, тебе не кажется? Что-то уж больно как-то быстро. Хоть точно среда-то у нас? Ну-ка. Да, ребят, сегодня среда. Ё-моё, мы уже в топчике. Это хорошо. Это очень замечательно. Ну все, ребята, я нас поздравляю с идеальной победой и с топовым местом. А теперь со спокойной душой идем на события. Так, бой, испытание. Кстати, может быть, нам здесь попробовать сейчас. Не, давай-ка вначале пройдем полностью, да? А потом уже, если что-то у нас останется, можно будет на этого, кого он там, Леонардо, да? Видение, по-моему, если не ошибаюсь. Мы с тобой ищем. Так, здесь я ставлю на автобой. Ничего сложного здесь нету. Все мои ребята просто раскромсают. И так, в принципе, на автобое мы с тобой обычно проходим это испытание, не напрягаясь. Потому что здесь 10-й, потом 20-й, 30-й, 40-й, 50-й и в конце, по-моему, 60-й или 70-й ранг. То есть против 100-го уровня они ничего сделать не смогут абсолютно. Да нам и не нужно. Нам дайте, пожалуйста, просто две, как говорится, две ДНК на кунаичи, на шинигами, и все, больше нам здесь ничего не надо. Кстати, можно будет потом попробовать еще и пофармить. Только вот вопрос: сыра останется не так уж и много. И что нам лучше фармить? Леонардо видение или же все-таки шинигами с кунаичи? Как бы мне хотелось бы Лео. Пора как бы его полностью уже получить. Но с другой стороны, он всего лишь один, а у нас есть шинигами, да, вместе с кунаичи. То есть, как бы шанс найти хотя бы одно ДНК из нужных удваивается. Ну, сейчас посмотрим, как тут все это пойдет. Возможно, можно сегодня поискать кунаичи с... Ой, кунаичи, ну да, кунаичи с шинигами, а уже в следующей серии, например, Леонардо. Ну, чисто разделить. Так, ну что, двигаемся дальше. Эйприл О'Нил выпадает нам. И теперь змея Карай. ДНК будет именно на нее. Да, я как вот вспоминаю, как раньше мы с тобой. Блин, ДНК на Карайку. Ух ты, там ДНК на того-то. Когда мы их собирали еще только. Это, конечно, было что-то с чем-то. Сейчас уже у нас
очень мало персонажей осталось, которых нужно докачать до фул 5 звезд. Как только мы докачиваем до 5 фуловых звезд, ребят, золотых, все, полностью можно расслабляться, потому что остальное зависит только лишь от платиновых осколков. То есть платиновые осколки есть, сразу же переводишь чувака в платиновый ранг и все. Больше ты его как бы не касаешься, именно в плане уровня там или еще чего-нибудь. Единственная проблема — это, конечно, прокачать потом ему навыки. Потому что, чтобы прокачать навыки, нам нужно дохренище всяких элементов. Особенно вот этих вот, как их назвать-то, я даже не знаю. Ну, в общем, такие вот желтенькие, как будто бы крылья совета, ё-моё. Выглядит, по крайней мере, так. Вот их нужно много, причем они везде нужны. И вот это вот напрягает. А они зарабатываются не так уж часто, да? И причем не в каждом, по-моему, событии они есть. Ну вот придется пыхтеть. Это вот, наверное, самое долгое будет. Хотя, если прикинуть, 3 года, а у нас Бибоп и Роксиди до сих пор еще в серебре. Ну тут, не знаю, ребят, надо задуматься. Так, ну что, как мы знаем, это у нас Ирма. Ну, типа Ирма. На самом деле это у нас робот. Трансформер. Там вот этот вот Крэнк профессор. На! Блин, я думал, что с одного удара сможешь вынести. Нет, Лео? Ему пришлось 2 удара нанести. В общем, этот хитрый профессор, да? Он втерялся в доверие к черепашкам через Ирму. То есть он сделал двойника трансформера, ну и там свои козни делал. Ну что, ребята, тут у нас Алапекс. Да, я, наверное, соглашусь, что Алапекс можно было бы, ребят, тоже прокачать. У нее хоть одна массовая атака, но, в принципе, ребят, у нее очень, как сказать, неплохая инициатива. И вот то, что она ловкая, юркая, шустрая, как бы, ну, подкупает это на самом деле. Так что я вот подумаю. Возможно, возможно, после того, как мы с тобой прокачаем не один десяток персонажей, перейдем именно к ней. Вот почему, объясни мне, пожалуйста, на милость, они не делают свои суперудары. Я не понимаю, что им мешает, почему они делают обычные одиночные атаки. Вот сколько я играю на автобой, я никак этого не могу понять. Что им мешает сделать массовую атаку? Они ее делают очень-очень редко. Если у нас, например, 6 волн, то они где-то на 6-й волне, на последних, извини меня, врагах там остается один. Начинают вертушки клепать, там еще что-нибудь. А когда их целая куча, они этого не делают. Так, ну что, остается всего лишь 2 эпизода. Очень быстро мы с тобой дошли, очень быстро. Пока тут разговаривали, рассусоливали, в принципе, и все. Ну, как ты понимаешь, тут 5 волн. У нас, по-моему, еще раз будет один босс, Ирма. Я не помню, здесь или в последнем поединке. Но это уже не столь важно. Важно, чтобы мы прошли и попробовали на фарме. Да, друзья мои, всякое бывало, но чтобы в момент игры у меня винда перезагрузилась сама, причем из-за обновления, это, конечно, редкость. Ну что, продолжаем, короче, мы с тобой. Так, у нас эпизод, получается, 7-й, последний. Поехали. Да. Запланирована была главная перезагрузка. И причем не вывелось никакого там предупреждения, а сразу оба-на. Перезагрузка вот на экране у меня высветилась. И все, ребята, я ничего не смог сделать. Не отменить, ничегошеньки. Я думал, что и серия, в принципе, похерится из-за того, что не успел нажать сохранение. То есть на Shadow Play, если ты не нажимаешь сохранить, то, соответственно, у тебя видосик сразу же исчезает. Но здесь, слава богу, повезло. Я нажал комбинацию, хоть и ничего не было видно, но, видимо, все равно она сохранилась. Ладно, ребят. Так, у нас с тобой 4-я волна. И мы продолжаем. Так, Усаги, давай, руби их там всех в капусту. Да ладно, не получилось. Ну что ж такое-то, а? Так, морозильная кошка в минус. Тут надо вот это вот... А хотя вот так сделаем, наверное, ракетами, да? Замечательно. И последняя волна, естественно, это робот Ирма. Что она нам сделает, я не знаю. Ничего она нам не сделает. Сейчас просто мы пару плюшек дадим. Леонардо сделает свой проникающий удар. Так, поехали. Тыч! Большую часть здоровья. Теперь апперкот, наверное, это будет добивающим, скорее всего. Ну, постепенно.
Да, ребят, постепенный урон подбил этого профессора несчастного. И мы с тобой победили. Соответственно, забираем последнее ДНК. Так, Эйприл Кунэйча. Ну что, у нас с тобой 34 сыра. Давай вот посмотрим, сможем ли мы здесь вытащить хотя бы одно ДНК. Нет. Опять же нет. И у нас две попытки. Морозильная кошка. Последний шанс. 40 жетонов, ребят. Ну, не вышло. Не вышло. Что ты с этим поделаешь? Ну, ничего. Не плакать же теперь. Да? Остается только лишь, ребята, самая малость. Дождаться нам вот этих вот событий. Не знаю, на Шредера, я думаю, наверное, нам не стоит идти, потому что он у нас прокачанный. А вот сюда на союзники попробуем, посмотрим. Ну и, соответственно, фарм. Только лишь фарм остается у нас. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.